Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Посмотрите, пожалуйста, какое интересное решение нашла. Вот смотрите, сзади меня это, можно подумать, какой-то куст растет, а на самом деле, сейчас я вам покажу, что это такое. Вот видите, забор примерно чуть пониже меня размером. Сзади вот такая вот красота. Вот такая красота. Пойдемте сюда, покажу, что это такое на самом деле. Вот здесь вот. Я сейчас сигнал. Вот это вало видео мы тетя. Поли кали идея влепо посканете мы тетя дендра. Вот это вало видео сигнал. Я ти поспорес пирнал влепо. Опыт фантазия, дикосес, браво! Харисто параполи. И посмотрите, пожалуйста, как красиво очень сделано. Здесь цветочки. И сейчас покажу ствол. Посмотрите. Так, посмотрите. Так, смотрите, там дерево оливковое. И причем оно очень толстое. Это примерно где-то метр в диаметре. То есть такое дерево вообще, если оно есть на участке, и оно уже не плодоносит и не несет каких-то более декоративных функций, его на самом деле очень сложно удалить, как-то выкорчевать. И это очень затратно, нужно вызывать специальную машину, потому что у него корни очень большие. Очень трудоемкий процесс и не дешевое удовольствие, так скажем. А посмотрите, как придумали, вообще очень оригинально, очень здорово. Они примерно на этом уровне убрали верх этого дерева, забили землей и посадили цветы, причем это тени многолетние. И многолетнее цветение, и прекрасно, превосходно здесь себя чувствует. Вообще очень смотрится как большим кустом. На самом деле это цветы, 50-60 сантиметров их высота, высаживают обычно в клумбах. Фантазия безгранична, и используйте ее в свое благо на своем участке. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!